Робековский мост. Один из длинных мостов Пензы. Соединяет проспект Строителей. И улицу 8 марта. Сейчас пройдем по нему в обе стороны. Длина его примерно километр. Проходит он над железной дорогой Москва-Пенза. Ну, в смысле, над этим направлением. Если ехать в сторону центра, то справа по ходу под мостом есть небольшие болотцы. Вообще такие густые посадки, что пролезть там довольно-таки сложно. Раньше там еще шарились какие-то колдыри, наркоманы. Сейчас там, похоже, уже никого нет. Да, заросло тут даже над мостом. Болото. Главное не провалиться вот в такую ловушку. Здесь их очень много. Хотя падать не так высоко, но приятного мало. Да, этот мост не видел ремонта очень давно. Если дорогу более-менее как-то еще ремонтируют, то вот этот вот край, где ходят люди, практически не тронут со времен Союза. Когда-то здесь был бетон. Я думал, что это кабель. Да, тут идти надо осторожнее. За бортом такие вот заросли густые. А вот здесь вот выпал кусок моста. И вместо этой дырки положили такой кусок железа. Вроде как бы и незаметный. Охренительный ремонт. Сбоку конкретные джунгли. Не хватает только обезьян на деревьях. Последний из трех домов, которые располагались вот здесь вот, осталось от них только поляна. А этот дом еще живет. Не сказать, чтобы он цвел и пахнул, но, по крайней мере, еще не разобрали его. Старый дом. Сад, столик. Туалет, по-моему, там на улице.
очень старый мост. Зимой здесь практически невозможно ходить, потому что весь снег с дороги выбрасывает вот сюда. Вот. Здесь идет тонкая-тонкая тропа в один-два следа. Вообще эта сторона менее хоженая. Как-то здесь, наверное, смотреть нечего. Одни деревья, поэтому и люди здесь не ходят. Вот. Вид на Бугровку. ЖД, дорога на Москву. Вид в сторону столицы. Косившийся стол, видимо, тоже попадает с фундамента. Ну, здесь начинается улица 8 марта. Теперь пойдем в другую сторону. Это здесь был частный сектор. Сейчас тут практически все снесли. Так вот начинается обратная сторона моста. Даже уже отсюда видно, что здесь будет идти интересно. Вид в сторону Пензы Первой. Здесь уже довольно-таки высоко. А это Цыганский район. Один из маргинальных районов Пензы. Эти ограждения здесь поставили, когда кто-то сумел вылететь отсюда и приземлился кому-то там на сарай или на гараж, наверное, вот на этот. Хорошо видно мечеть. Дымящие трубы. Сегодня что-то они не дымят. Наверное, ТЭЦ. Общаги. Цехотяжпрома, по-моему, на заднем плане. Тут завод электроприбор. Ну а дальше уже просто частный сектор. Не знаю, спасет ли вот этот забор
если кто-то сумеет вылететь отсюда. Ну хотя, с тех пор, как кто-то отсюда вылетал, поставили еще вот этот отбойник. Раньше тут был вообще маленький, какой-то слабый, а этот, наверное, в два раза выше стал. Автомобильная река. Машина. Конечно, это не Москва, но все равно. Постоянный шум. Улица Цыганского района. Здесь не меняется ничего. Единственные дома стали отделаны сайдами. Цыганские дома сейчас не видно за деревьями. Это, по-моему, дом барона цыганского. Я не ошибаюсь. Дальше тоже начинаются джунгли. Там за кустами цыганские дома. Летом их не видно. Вот один из домов. Вообще вот этот порядок, мне кажется, самый бедный здесь, среди цыган. Какие-то дома все убогие. Ну, я имею в виду, сравниваю с ихними более богатыми домами. Вот и тележка из ленты. Снова прошел к началу проспекта Строителей. Вот такая вот прогулочка по Арбековскому мосту. Раньше, конечно, здесь гулялось гораздо лучше, когда не было столько тачек. Потому что этот шум реально утомляет, пока идешь. Раньше можно было спокойно прогуляться здесь. Без проблем. Калаш, торговый центр. Когда-то на этом месте было огромное-огромное болото. Никто никогда бы не мог подумать, что здесь будет торговый центр. Почему-то поэтому цыгане построили здесь свои дома. Как раз с краю, чтобы никто не мешал. А вот здесь давным-давно был
небольшой парк с аттракционами, даже стояло чертово колесо, ну, круг обозрения, как называют. Потом как-то этот парк, он был, построили где-то, наверное, ближе к 90-м, потом этот парк как-то забыли, и это чертово колесо стояло какое-то время, обветшало. Вот. В общем, я еще это помню. Конечно, никто бы не мог предположить, что здесь будет вот такое вот движение. Ну, по скрипту вид моста снизу. Такая вот незамысловатая конструкция. Я застал как раз это строительство. Сейчас уже, наверное, больше помню так. Так сказать, как в тумане. Как бы я помню, что я видел, как его строили. Ну а как именно в подробностях, сейчас уже навряд ли скажем. Торговский мост, самая высокая его часть.